Индия. Заканчивается рейс для туристов, которые ходили с нами рейсом Самара, Ярославль, Самара. И по доброй традиции у нас перед Самарой всегда китайский ужин. И нам очень приятно всем тем, кто у нас сегодня на борту нашего теплохода. Это и обратники, которые ходили с нами Самара, Ярославль, Самара. И вновь гости нашего теплохода, которые мы несказанно рады, потому что мы вас искренне любим. И вот сейчас я поднимаю этот тост за всех вас. Пожеланием счастья, здоровья, успехов. Спасибо вам за то, что вы выбрали именно нашу судоходную компанию «Волга Плюс» и «Академфлот», потому что мы искренне вас любим и делаем все для того, чтобы вам на борту нашего теплохода было по-настоящему уютно, спокойно, ну и самое главное, чтобы вы хорошо отдохнули. Счастья и здоровья вам! Спасибо! 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 Ура! Дмитрий Пожарский, Селезнёк Сергей Арсеньевич. Очень приятно, спасибо. Директор ресторана Дмитрий Николаевич. Очень скоро. Директор круиза Лариса Никола. На нашем теплоходе вам понравилось? Очень, очень, очень. Молодец. Самые лучшие повара, официанты и крупные работники. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Еще раз. Спасибо. Спасибо. Молодцы. Процветание вашей компании. Спасибо. И удачного плавания. Кораблю. Здоровья вашему экипажу. И чтобы еще долгие-долгие годы вы нас радовали своими круизами. Спасибо огромное. Спасибо. Мне сегодня в каждых круизах хочется сказать вам, что вы доверяете свой отдых. Лечить компанию «Волга Плюс». Я рада видеть постоянных туристов, которые не первый раз, и много раз, и которые первый раз. Я надеюсь, что вам понравилось, если есть у вас возможность сами путешествовать. И в этом году, и на следующий год мы только будем вас только вам рады вновь и вновь. Я помню каждую каюту, я помню каждый город, даже иногда цифры запоминаю в паспорте, когда принимаю. И что бы ни случилось, как в том году была пандемия, но мы все равно ходили полной. Мы единственная компания, которая выполнила в том году всю программу. У нас в том году никто не заболел, ни разу экипаж мы не списали. Мы приняли все меры, в отличие от других. Все, не один наш корабль, а у нас 4 корабля. Мы выполнили полностью. Поэтому мы желаем вам только чистого неба над головой, чтобы ни одна тучка не сгущалась. И возможности, конечно, только материально станет дешевле. За вас, уважаемые туристы. Ура! А мы за вас. Спасибо огромное! Ура! Ну, я, в свою очередь, хотел бы сказать маленькие четверостишья. Окончен рейс, настало время расставаться, и капитан вам с грустью произносит речь. Но мы не будем говорить «прощайте», а скажем вам «до новых, добрых встреч!» Ура! Спасибо. Спасибо огромное вам! Спасибо большое! Здоровья! Счастья! Владимир. Почини меня, Володька. Ё-моё. Кострому да приедешь. Куда я денусь? Осенью теперь уже. А, звони, я тебя встречу.